Любители экстрима и мастера ловить попутный ветер собрались на территории яхт-клуба Мурманского морского торгового порта для того, чтобы торжественно открыть чемпионат России по парусному спорту в дисциплинах сноукайтинг и виндсерфинг в рамках 87-го традиционного праздника Севера. В Мурманском морском торговом порту уже не одно десятилетие функционирует яхт-клуб, на базе которого, значит, и работники, и гости нашего яхт-клуба имеют возможность проводить время и заниматься активным образом жизни, парусным спортом. И это и виндсерфинг, это и яхтинг, и как бы и другие водные виды спорта. Для нас вообще всегда большая честь принимать спортсменов со всех регионов нашей страны. Особенно в парусном спорте, спорте красивом, сноукайтинг, который заряжает энергией, тянет, притягивает молодых, сильных спортсменов к нам. Для того, чтобы управлять этими огромными воздушными змеями, спортсмену нужно крепко упираться в лед лыжами или сноубордом, а двигаться с помощью порывов ветра, которые ловит кайт. Полетать со сноукайтом в Мурманской области можно не только на этой площадке. Например, остальные дни соревнований будут проходить в Териберке. И для этого сюда прилетели участники со всей страны. Например, из Самары, Екатеринбурга, Санкт-Петербурга и не только. Москвич Антон Черкашин познакомился со сноукайтом в детстве. Любовь к парусному спорту ему привил старший брат. В Заполярье не в первый раз. Говорит, северная природа будто создана для этого вида спорта. Чувство свободы, то есть ты там не зависишь от бензина, там от лошади, берешь там кайт, накачал и двигаешься куда хочешь. Зимой мне очень нравится включить музыку и вот по белоснежной тундре вашей, куда глаза глядят, поехать через сопки, через речки. Свобода. Ну и каждый год стараюсь приехать в Мурманск. Здесь потрясные условия, отличная организация. Вячеслав Мальцев занимается виндсерфингом с 85-го, активно принимает участие в соревнованиях и надеется, что молодежь продолжит приобщаться к этому эффектному и увлекательному спорту. Вспоминая детство, когда идешь по льду и дует ветер, начинаешь открывать свое пальто, и тебя начинает двигать. Это воспоминание детства осталось, но пальто не самый лучший способ двигаться, поэтому придумали хорошие паруса. Здесь много молодежи из Петербурга, Архангельска и других городов, поэтому дело идет. Церемония закрытия соревнований пройдет 25 марта. Тогда же станут известны имена победителей, а все призеры получат медали и дипломы Всероссийской Федерации парусного спорта. Евгения Гричуха, Татьяна Лежняк, ТВ-21+.